Всем привет, меня зовут Ярмоленко Игорь, вы смотрите видео дневник, день за днем, блин, пищит. День сегодня 5 марта 2014 года, на часах у нас 8 часов 10 минут, среда. Самое время сходить на работу. Так, прохожу мимо Ашана, погода, сами видите, какая стрёмная, гололед, снег, обещают сегодня туман. Но около нуля, даже больше. Около плюс 2, плюс 3 градусов. Так, настроение, в принципе, бодрячковое. Хотя, опять предчувствую, какой-то день будет жопный. Ну, посмотрим, какой он будет. Не будем загадывать. В общем, план какой. Сегодня приду на работу, где-то 9:30 мы поедем с водилой в Подмосковье, в районе Домодедово. Там надо будет один складской комплекс посмотреть. Ну, а позже на работе его переоценить. Вот так, да? Ну, в принципе, план дня сегодняшнего рассказал. Как день пойдет. По плану или не по плану. Посмотрим, увидим. Время 13:20. У меня законный обед. Я уже успел съездить в область. Уже посмотрел этот складской комплекс. Все ровно, все четко. В принципе, знаете, первая половина дня мне понравилась, такая прям неплохая. Выспался, короче, пробки постояли там нормально прям так. Так, что могу сказать, на обед, значит, рыба, рис и рассольник с салатиком. Все прям так четко было. Сейчас прогуляюсь чуть-чуть, решил в сторону Павелецкого вокзала пройтись. Это вон и есть Павелецкий вокзал, только с другой стороны. Минут 20 погуляю и опять работать. А погода-то налаживается потихоньку. Смотрите, так прям солнце нет-нет хочет вылезти. Как он не вовремя стал троллейбус, а? Павелецкую площадь не заснял. Ну ладно. Время 18:20. 5 минут назад закончился рабочий день, я пулей, короче, вылетел оттуда. Ну, вы знаете, день прошел так, в принципе, бодрячком. Мне понравился. Напрягов особых не было, все было в рабочем ритме. Так прям после обеда работал там. Ну, главное, что до конца рабочего дня все сделал, что запланировал. Ну, еще назад там осталось немного. Погода налаживается, солнца, правда, нету, но тепло, как и обещали с утра, около плюс 2, плюс 3 градусов. Ну, в общем, классно, да? Осадков нету, вообще шикарно. Ладно, едем на Беляева, ну а там дальше домой. У нас, короче, в банке на нашем этаже два туалета, мужской и женский. И там вечные очереди. На днях в женском туалете разбили зеркало, одно единственное зеркало. А там, сами понимаете, да, там женщины раздеваются, переодеваются, красятся, там что-то еще делают. Ну, видимо, это зеркало так долго согласовывают, потому что уже, ну, с начала недели, или, может быть, даже с конца прошлой недели, зеркала там нету. Ну, и сегодня, соответственно, раз, так кто-то из них, видимо, с кем-то договорился, ну, факт в том, что с мужского туалета, с нашего, взяли зеркало, тоже единственное, и в женский туалет поставили. Так непривычно, на самом деле, но, думаю, женщины без зеркала не могут. Так, время у нас 20 минут. 12-го. Самое время попить уже третий раз, наверное, чай за сегодняшний вечер. У меня почему-то повторяются ситуации каждодневные. Почти вчера, позавчерашняя ситуация повторяется. Почему? Дело в том, что наедаюсь ужином так прям нереально. Сверху еще штук 10 конфет закидываю, да, золотой степ. Из-за этого у меня мой животик становится колобочком. И, в общем, это нереально сушняк. Кушай. Когда я ем, я глухонем. Ты знаешь, что пословица? Ну да. Вот. В принципе, окончание сегодняшнего дня прошло на бодрячке. Доделал мелкие свои должочки по видосам. Смонтировал, выложил в интернет. Да. Ну и, в принципе, все. Сейчас быстренько скупаюсь. И баньки. Допью эту кружку чая. Кстати, чай у нас Липтон, белый.
Всем удачи, всем спасибо за внимание. Аривидерчи.